Битва за землю. Четвертый вечер подряд в 49-м комплексе проходят масштабные митинги. Жители сразу трех домов возмущены строительством, которое должно развернуться под их окнами. В воскресенье строители начали расчищать территорию и, по словам жильцов, снесли детскую площадку и деревья, которые они сами посадили. Заказчик будущего объекта – муниципальное казенное предприятие, дирекция инжиниринга и аудита строительства. Попытки его представителей разрешить этот конфликт успехом не увенчались. На встрече строителей с разгневанными горожанами побывала и наша съемочная группа. Ну прежде чем покупать, ну почему вы не думаете? Они про это не думают. Общественную приемную президента РФ. Мы, жители домов 49, 25, 29, 24, крайне возмущены беспределом, что творится в нашем городе. Беспредел, по словам жителей 49-го комплекса, в том, что на месте их любимой площадки в скором времени должен появиться целый микрорайон. 16-этажный вот дом будет, потом здесь 5-этажка. И там еще вот три дома. Вот это вот вся площадка. Однако застройщик утверждает, что на этой территории планируется строительство лишь одного дома, и то пятиэтажки. Все документы и разрешения на это у них есть. Земля была передана в бессрочное пользование еще в 2007 году, но найти инвестора удалось только сейчас. Финансирование этого дома взяло на себя отдел молодежного строительства. На сегодняшний день заключен договор финансирования в полном объеме. Никаких проблем нет. Но по мнению жильцов, проблемы все же есть. Главное из них в том, что строители и чиновники приняли решение, не посовещавшись с местными жителями. А вы наше решение спрашивали, что здесь делать, жильцов? Да. Вы вчера убеждали, что вы все подписались. Покажите это решение. Что мы дали добро, я что мы такого здесь... не говорил. Как вы не говорили? Не говорил все, весь народ обманывает, что ли? А, ну я официально заявляю, завтра в 18:00 в актовом зале 37-й школы совещание. Я привезу макет и документы привезу. Макет, 51. Макет вы еще не макет вчера вы привозили. Да, еще не сломали. Деревья посадили, заводы высчитывали, мы их поливали, мы их от детей сохраняли, эти деревья, всех выгоняли. Он приехал трактором, все развалил, уехал, деловой. Пускай у себя дома так ломает, не здесь. Кирилл Ерофеев, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.